Меган Маркл, Меган Моркл и принц Гарри, принц Хэри, попытались сохранить в тайне имена крестных родителей своего сына Арчи, Арша. Однако сегодня их рассекретили. Герцоги Сассекские совершили крестины первенца, когда ему было 2 месяца. Крестной матерью Арчи стала 54-летняя Тиги Петифер. Она была няней принца Гарри и его старшего брата Уильяма с 1993 года, Джонмус по 1999 год. После гибели принцессы Дианы в автокатастрофе в 1997 году Тиги очень помогла ее младшему сыну. Гарри считает ее своей второй мамой. После того, как женщина вышла замуж за бывшего офицера Колдстримской гвардии Чарльза Петифера, она перестала работать в королевской семье. У супругов 2 сыновей. Тиги родила Фреда в 2001 году, его крестным отцом является принц Гарри. А в 2002 году в семье Петиферов появился на свет Том, его крестный отец, принц Уильям. Тиги со своим младшим сыном была на свадьбах обоих сыновей принцессы Дианы. Крестным отцом Арчи оказался 53-летний офицер Валлийской гвардии Марк Дайер, сообщает The Sunday Times. С мужчиной много лет очень близок принц Гарри. Британская пресса даже называет рыжеволосого мужчину его отцом. По мнению таблоидов, младший сын принцессы Дианы не похож на принца Чарльза, он является точной копией Марка. Гарри считает офицера не просто своим другом, а вторым отцом. Дайер был на его свадьбе с Меган Маркл. Крестные родители Арчи очень привязаны к нему. И теперь Тиги и Марк очень огорчены от того, что Меган Маркл увезла сына в Канаду. В переговорах между принцем Гарри, Меган Маркл и Елизаветой II по вопросу Мекзита поставлена точка. Мятежных герцогов лишили королевских титулов. Их также обязали вернуть потраченные на ремонт Фрогмор-коттеджа 2,4 миллиона фунтов стерлингов. Вместе с тем у супругов осталась мощная финансовая поддержка со стороны принца Чарльза.